параллельно руководство НЖСК активно занимается созданием новой управляющей компании на руинах старой. Людям предлагают перезаключить договоры с НЖСК. При этом форма управления по данному договору почему-то является непосредственной, так решило руководство управляющей компании. Хотя по закону право выбирать форму управления остается за жильцами, и решение о перемене УК должно приниматься на общем собрании собственников, которое, как выясняется, нигде не проводилось. Наши журналисты сейчас выясняют, чем обернется для собственников принятие такого решения. Подробный материал об этом смотрите завтра в программе «Новости нашего города».